Доброе время суток, дорогие друзья! Сегодня хочу представить вашему вниманию программу, которая является частотой нашей системы Космо-Макбета. Называется она «Огненный лотос». Не секрет, что человек, который живет в социуме, он взаимодействует в основном по первым трем чакрам. В результате этого, по сакону обмена энергиями, если вы отдаете свою хорошую энергию, имеете дело с вампиром, то вы получаете, соответственно, энергию грязную, тяжелую, которая впоследствии может вызвать заболевание, заболевание малого таза. И если энергии этой негативной достаточно много, то она может распространяться с помощью 12 пар меридианов основных по всем системам организма. Так вот, частота огненный лотос, она служит для того, чтобы с первой чакры стянуть тяжелые, плохие, негативные энергии и наполнить их позитивной, мощной энергетикой. И энергетика первых трех чакр – это ваш успех в социуме, это ваше взаимодействие с людьми, это ваше взаимодействие на вашей работе, личные отношения и ваша уверенность в себе по первой чакре. Итак, мы начинаем. Thank you.
благодарю вас, мои дорогие. Всего вам доброго. Если вы хотите начать путь своего духовного развития, умение владеть по-настоящему энергиями, милости просим, школу Космомагов. Всего доброго.